Нет, мы еще раз. Мы бережем его сон. Громче, я могу сказать громче. Да. Последний раз громко я разговаривал в 1991 году после путча, когда приехали демократы и начали нас в бригаде воспитывать. Пришлось мне их тоже повоспитывать. Да, так было. А теперь по просьбе курсантов. По просьбе курсантов. И мне это, конечно, очень приятно. Они просили персональные... Я видел, а вот мои помощники. Эти, Петрушков, ты где? Вот, персональные подарки комбатам и курсовым офицерам. Сейчас я буду называть фамилии, и ребята будут, да, вам преподносить. Спасибо, Петр. Так, друзья мои, вечер продолжается.